Невеста футболиста Джорджино Родригес опубликовала трогательное видео. Как известно, звезда футбола Криштиану Роналду является многодетным отцом. У него четверо отпрысков, двое сыновей и две дочки. Сегодня нападающий Ювентуса решил сыграть в футбол с младшим сыном, 20-месячным Маттео. Видео, на котором происходит это действо, опубликовала невеста футболиста, Джорджино Родригес. Криштиану сидит на полу, изображая ногами футбольные ворота, а маленький Маттео пробует забить мяч под ободряющие возгласы отца. «Какая прелесть, вот лучший игрок, это самое милое видео из тех, что я видел», — порадовались за счастливую семью подписчики. У Маттео есть сестра-близнец Ева Мария, а также старший сын, Криштиану Роналду-младший. Все они дети суррогатных матерей. Но вот младшую дочь, Алану, футболисту родила его избранница, бывшая сотрудница бутика Гуччи Джорджино Родригес. Многие сомневались в том, что отношения между звездным спортсменом и продавщицей будут серьезными. Но спустя 2 месяца после рождения дочери, Родригес призналась: «Рождение малышки определенно сблизило нас. Мы счастливы больше, чем когда-либо. Остальных детей Роналду молодая женщина приняла, как своих, и охотно делится в Инстаграме совместными фото и видео».